Всім привіт! З вами на зв'язку Андрій Шумада. Я член програмного комітету FADACE, і з нами на зв'язку вже має бути Ерік Гіміранов, який працює у компанії EVO, займається продуктом PromUA. І, власне, ми чекаємо, коли він зараз з нами появиться на зв'язку. Я готовий йому дати пару грань. Привіт, Ерік! Як справи? Да, всім привіт! Отлично, потихонечку. Оскільки ти працюєш над проектом PromUA, мені дуже цікаво, можливо, у вас є якісь великі плани на довгострокові плани на PromUA. Можеш хочуть натякнути, як буде виглядати PromUA, допустимо, через рік? Чи у вас є якісь такі великі плани? Це доволі цікавий вопрос. В цілому PromUA завжди розвивається. Завжди намагаємося бути в ногу з трендами, які є зараз з точки зрения UX. В целом у нас есть наша фишечка, это наш цвет, это такой фиолетовый цвет. Я думаю, в этом плане он будет плюс-минус такой же, то есть наша такая тема. Но в целом мы двигаемся в сторону того, чтобы популяризировать электронную коммерцию, то есть давать возможности продавцам продавать свои товары, а покупателям как бы иметь максимально комфортный опыт с точки зрения покупки. Поэтому мы двигаемся в том направлении, чтобы предоставить им эти возможности. Ну и делаем специальные такие продукты, которые упрощают этот опыт, там, платежные системы, интегрируемся с всякими агрегаторами доставок и двигаемся в этом направлении. Но сложно сказать, что конкретно будет через год, потому что все динамически меняется. Ну окей, а яка частина PromUA, наприклад, зараз, ти вважаєш, буде підлягати найбільшій переробці? Можливо, якась core-технологія, з якої ви відмовляєтеся, від якої будете відмовлятися і не переходити на щось інакше? До отказа, наверное, такого чего-то нет, но если говорить про целом именно про пром как marketplace, то там уже мы довольно много переделали, отошли от старых таких технологий, когда не использовался React даже, то есть сейчас, в принципе, там, допустим, у нас есть сервер-сайт рендеринг, мы не пользуемся, нам очень нравится, но так, чтобы от чего-то отказаться, наверное, даже не знаю, не скажу. Ясно. Добре, перестаю тебе мучити, надаю тобі слово, і ми готові слухати твою доповідь про Web Vitals, про моніторинг. Не забувайте ставити свої питання у Діскорді в каналі Голубого Треку. І після того, після доповіді, я їх обов'язково зачитаю, і ми їх обговоримо. Тобі слово. Хорошо, спасибо большое. Да, еще раз всем привет. Хочу сегодня с вами поговорить на такую тему, как Web Vitals, поговорить про оптимизацию этих метрик, про мониторинг их и в целом про производительность веб-сайтов. Наверное, стоит начать с того, чтобы проговорить вообще, что есть Web Vitals, потому что многие, наверное, по-разному слышали. Кто-то понимает, что это метрики какие-то определенные, кто-то слышал, что это в целом какая-то история от компании Google. Если подрезюмировать, то это, да, действительно, это инициатива компании Google, и она нацелена на то, чтобы как бы дать определенный набор таких указаний, советов по поводу того, как улучшить пользовательский опыт в вебе в целом, и как бы за счет того, что определить какие-то определенные метрики, которые характеризуют как бы, да, поведение вашего сайта в разных аспектах, и дать советы, как это поведение можно улучшить и, соответственно, улучшить использование веб-сайтов для пользователей. Может как бы появиться вопрос вообще, почему это так важно, у меня как бы красивый сайт, не знаю, красивый на нем дизайн, но на самом деле все тут очень просто. Чем удобнее ваш сайт, чем лучше он грузится быстрее, чем стабильнее в нем контент и все такое, тем лучше пользовательский опыт, соответственно, и тем это лучше влияет на ваши бизнес-показатели. Поэтому компании в целом, особенно, допустим, если говорить про наш случай, это мы находимся в сфере электронной коммерции, для нас очень важно, чтобы пользователь, зашел на сайт, получил максимально хороший опыт и там нашел, что искал, и совершил покупку. И это мнение разделяют много мировых компаний и в целом следят за этой историей с Web Vitals, измеряют свои показатели метрик и стараются их улучшить, тем самым улучшить свой продукт. Значит, немножечко поговорим по структуре доклада. Сначала немножечко вам расскажу про проект PromUA и про сайты. Это такой, скажем так, дочерний продукт, которым мы занимаемся. Дальше проговорим, какие есть на текущий момент как бы метрики производительности, больше в контексте Web Vitals. Обсудим, какие инструменты можно использовать в самом начале пути, чтобы начать ее измерять, эту производительность, то есть эти метрики, получать какие-то результаты и анализировать их. Дальше
посмотрим, какие оптимизации можно сделать, чтобы базово улучшить показатели этих метрик, и как в конечном итоге настроить процесс автоматизации мониторинга за производительностью, чтобы все время быть в курсе, как бы, да, какое состояние на сейчас, не стало ли хуже или наоборот, что-то улучшилось. Значит, если говорить про пром, мы уже немножечко поговорили, что это большой такой marketplace в сфере электронной коммерции. У нас как бы на текущий момент в районе 60 платных компаний, которые размещают свои товары на нашей платформе. При этом есть огромное количество компаний, которые находятся там не на платном пакете, но имеют определенные ограничения. То есть при этом это примерно 120 миллионов товаров по всему маркетплейсу, то есть довольно большое количество, и там в среднем где-то 7 тысяч запросов в секунду с точки зрения нагрузки. Вот. Также есть такой рядом стоящий продукт — это сайты компании. То есть помимо того, что продавец размещается на маркетплейсе и там конкурирует с другими продавцами за то, как его товар будет отображаться в общей выдаче, у него есть свой индивидуальный сайт, там, где отображены только его товары. То есть таким образом у нас, опять же, в районе 60 тысяч уже сайтов компаний, которые могут иметь свой индивидуальный дизайн, какие-то индивидуальные блоки, индивидуальный контент. Вот. И эти же 120 миллионов товаров, они уже разбиваются на вот эти вот 60 тысяч сайтов. И это примерно 5 тысяч запросов в секунду. То есть вот для нас очень важен этот поведение пользователя, то действительно ли хорошо грузится сайт, чтобы максимально ему было комфортно найти то, что ему нужно, и совершить покупку. Вот. Перейдем дальше, поговорим про метрики производительности веб-приложений. Я здесь выделил такие три, как бы, ну, не категории, но три пункта. Первое, мы поговорим про Core Web Vitals, это ключевые метрики, которые выделили. Также дополнительные или остальные Web Vitals. И в отдельную такую категорию — это количество загружаемых ресурсов, то есть то количество, которое мы браузер непосредственно грузит, когда мы заходим на какой-то из сайтов. Значит, если говорить про ключевые Web Vitals, их всего три. Каждый из них отвечает за какой-то аспект работы сайта. Первая метрика — это Largest Contentful Paint. Это время, которое было затрачено на отрисовку наибольшего контента. То есть определяется наибольший контент на вашем сайте, который попадает во viewport устройства. Зачастую это картинка, либо это может быть текст, либо видео. Вот. И то время, которое понадобилось на его отрисовку, на его загрузку, и будет метрикой Largest Contentful Paint. Дальше идет метрика First Input Delay. Она отвечает за то, насколько ваш сайт интерактивен. И измеряется, то есть если пользователь совершает какое-то действие, будь то клик по ссылке или по кнопке, и вот то время, которое было затрачено браузером на обработку этого события, и будет показателем этой метрики. Следующая метрика — это Cumulative Layout Shift. Она отвечает за то, насколько стабилен ваш контент, то есть чем больше на вашем сайте какого-то непредсказуемого поведения контента, когда он там выпрыгивает, допустим, у вас появляются рекламные баннера, либо подгружаются какие-то картинки и блоки не с самого начала, то тем выше показатели этой метрики, и тем он хуже считается. Здесь под каждой метрикой мы можем видеть такие вот блочки типа зеленый, оранжевый, красный цвета. Это так званые пороговые значения по этим метрикам. И, соответственно, в зависимости от того, какое значение у вас, вы попадаете либо в зеленую зону, либо в оранжевую, либо в красную. Зеленая — значит, у вас, в принципе, все хорошо, и вы на хорошем уровне. Оранжевая — стоит все-таки чуть позаботиться, возможно, попробовать ее улучшить. А красная — это вам нужно, ну, желательно срочно реагировать и как бы пытаться улучшить эти показания. Здесь по QR-коду можно перейти по ссылочке и посмотреть, как формируются эти пороговые значения. То есть довольно тоже интересная тема. И эти три метрики нужно понимать, что они уже на текущий момент влияют на то, как ранжируется ваш сайт в поисковой выдаче Google. Это всего лишь один из факторов, но он уже влияет. Поэтому это еще один, как бы, фактор, который стоит учитывать, что вот стоит заботиться о производительности сайта. Перейдем к другим метрикам. Их довольно много. Я здесь выделил основные. Первая метрика — это time to first byte, это время ответа вашего сервера, если быть проще говорить, то есть то время, которое было затрачено браузером на получение первого байта от сервера. Также в это время входит подключение к DNS lookup, то есть когда мы определяем по домену его IP-адрес, потом подключение к этому домену TCP handshake, и также, если мы зашли по безопасному подключению HTTPS, то время на SSL handshake.
Идем дальше. Есть две интересные метрики, которые отвечают тоже за отрицовку. Это first paint, first containful paint. First paint отвечает в целом за первую отрисовку чего-либо, то есть первого пикселя с момента навигации, то есть когда вы перешли только на какой-то сайт. И вот первое, что отрисовалось, любой пиксель, это время first paint. First containful paint – это уже время отрисовка первого контента, то есть это либо изображение, либо видео, либо картинка. Дальше метрика Speed Index, она тоже такая интересная, суть в том, что она определяет то, насколько быстро отрисовывается контент уже на вашем сайте, даже так, не контент, а насколько быстро в целом ваш сайт отрисовывается, то есть по мере его загрузки, по мере загрузки определенных блоков, которые во вьюпорте. То есть измеряется время от начала получения первого байта до полностью, когда у вас сайт, так называемый visual complete, то есть полностью отрисован. Вот, и это время будет вашим спид-индексом. Соответственно, чем быстрее, тем лучше. И две еще метрики интересные. Total Blocking Time и Time to Interactive. Total Blocking Time, здесь вот такая есть картиночка, которая чуть подробнее показывает, что это. То есть это общее время блокировки основного потока браузера. Она составлена, то есть в браузере есть основной поток, и выполняется определенная JavaScript-задача. И вот все те задачи, то есть условно любые функции JavaScript, которые выполняются больше 50 миллисекунд, они являются длинными задачами. И вот все вот эти хвостики, то, что выше 50 миллисекунд, суммируются и формируется Total Blocking Time. Time to Interactive же — это та метрика, это то время, после которого считается, что ваша страница полностью интерактивна. И это время, оно как бы наступает тогда, когда на протяжении 5 секунд у вас нет никаких длинных задач в основном потоке браузера и нет больше двух network-запросов одновременно. То есть и вот выжидается этот момент 5-секундного окна, как только оно наступило, время, когда началось это окно, будет считаться, что ваша страница с этого момента полностью интерактивна. Мы, в принципе, проговорили, какие, ну, это такие базовые метрики Web Vitals. Также вот есть такая история, как загружаемые ресурсы, которые браузер грузит себе. Под ними мы понимаем любой ресурс, который загружается. Это тот же HTML-документ, JS, CSS, картиночки, шрифты и так далее, видео, какие-то ресурсы. То есть и здесь нужно всегда брать во внимание не только количество этих ресурсов в байтах, но еще и количество, ну, то есть в штуках, скажем так. Потому что чем больше у вас этих ресурсов, тем дольше они будут грузиться, потому что у браузера тоже есть свои лимиты по количеству загрузки одновременно там, каких-то ресурсов. Поэтому тоже обращайте на это внимание и старайтесь минимизировать это количество. Вот. Мы проговорили, какие есть метрики. Теперь, как бы, что делать дальше? Мы знаем, что их много, они все как бы что-то означают. В целом, следующим шагом, я думаю, будет... То есть мы знаем, что производительность — это важная вещь, и что есть метрики. Теперь нам нужно понять, какое у нас состояние нашего проекта на сейчас. То есть попробовать делать какие-то тесты с помощью инструментов определенных. Дальше попробовать решить существующие проблемы, которые есть у нас, то есть какие-то базовые оптимизации, которые уже улучшат состояние нашей производительности. И попробовать настроить мониторинг, то есть чтобы мы все время были в курсе событий и понимали, как показатели метрик и перформанс в целом меняются на нашем сайте. Но перед этим важно еще проговорить такую деталь, что данные, которые мы можем получить, могут быть двух типов. Первые данные — это данные симуляции загрузки страниц, то есть когда мы симулируем переход на наш сайт и пытаемся эти метрики замерить. Либо же данные, которые мы можем получить с устройств пользователей, когда они действительно со своих устройств заходят на ваш сайт. И то есть эти метрики тоже можно, результат этих метрик можно тоже получить. Вот. Поэтому сейчас мы проговорим инструменты, которые мы используем для симуляции загрузки страниц. С чего я предлагаю начать? Это с двух таких базовых инструментов. Наверное, большинство уже про них слышали. Это Lighthouse и PageSpeed Insights. Lighthouse — это такой инструмент, который позволяет вот симулировать загрузку страницы, измерить показатели метрик, и также он дает вам определенные советы и там, как бы диагностирует какие-то проблемы и помогает вам их решать. То есть советует, допустим, что вам стоит сделать, чтобы показатель улучшился. Также, кроме того, что он дает оценку производительности, он может дать вам оценку по и другим категориям. Это, допустим, доступность вашего сайта с точки зрения, там, допустим,
ридеров и в целом, как у вас там с разметкой, с соблюдением лучших практик и SEO. Также, если вы хотите, чтобы ваше приложение было прогрессивным, то есть Progressive Web Application, то он тоже как бы проходит такой чек-лист и рассказывает, ну, показывает, что вам еще стоит сделать, а что уже, как бы, какое условие соблюдено. То есть, как я и сказал, это lab data, то есть данные симуляции загрузки страниц, и он доступен Google Chrome в виде в DevTools есть отдельная вкладочка, через которую можно заходить и уже делать тесты. Также можно его поставить в виде NPM пакета и с помощью своих, допустим, каких-то своих скриптов прогонять тесты. И также в виде Chrome Extension, но здесь я не особо вижу в нем смысла, так как уже есть он в DevTools, раньше его не было, и можно использовать это прямо в Chrome. Но важно, перед тем, как прогонять эти тесты, нужно повыключать все дополнительные расширения, которые там грузят свои какие-то скрипты, допустим, если у вас React, то React DevTools, если вы используете библиотеку Apollo, то Apollo DevTools и так далее. И также есть такая вещь, как Lighthouse Scoring Calculator, то есть каждая метрика, их всего 6 штук, они имеют свой вес, то есть ту максимальную оценку, которую они могут дать из 100. Вот. И с помощью этого калькулятора, он доступен с основного отчета Lighthouse, можно посмотреть, то есть какие показатели вам нужны, чтобы ваша оценка была там больше, допустим. Вот. Тоже на это стоит обращать внимание, если хотите более детально разобраться. Идем дальше. PageSpeed Insights — это, в принципе, комбинация лабораторных данных, то есть данных симуляции загрузки страниц, и реальных данных пользователя, то есть field data. Реальные данные пользователя берутся из тех данных, которые Chrome сам собирает с устройств пользователей, а лабораторные данные — это данные Lighthouse. То есть здесь мы можем видеть, что у нас есть данные, могут быть данные по конкретно той ссылке, которую мы скормили PageSpeed Insight, если их достаточно, в данном случае их недостаточно. Либо же данные по всему домену, то есть по всем страницам этого сайта. Вот. И ниже уже приведены данные Lighthouse, только отчета по перформансу. В принципе, используя эти два инструмента, мы уже получаем базовую картинку, базовую оценку и понимаем, как бы в зеленой мы зоне, в красной или в оранжевой. После этого можно пробовать улучшать эти показатели. Я здесь разделил это на три категории. Это улучшение отображение основного контента на вашей странице, улучшение метрики CLS, то есть стабильности вашего контента, и отдельно улучшение, хотелось бы сказать, first input delay, но, к сожалению, эту метрику нельзя измерить в лабораторных условиях, только так как это время отклика на события, то есть и это сложно довольно симулировать, поэтому здесь мы можем улучшать метрику total blocking time, то есть уменьшать количество времени, когда основной поток браузера заблокирован большими задачами. Идем по порядку. LCP, то есть если мы можем определить, что является наибольшим элементом, и мы можем это сделать, то мы можем попробовать перезагрузить его. То есть сказать браузеру, чтобы он начал загружать этот элемент как можно раньше. То есть как это можно сделать, если говорить про наш кейс, допустим, здесь скриншоты нашей мобильной версии сайтов. И вот на всех основных страницах, это страница главная, страница товара и страница листинга товаров, у нас основным элементом всегда практически является картинка. Поэтому мы можем попробовать ее предзагрузить. Как это еще можно сделать, определить этот наибольший элемент? Можно использовать тот же DevTools, только вкладку Performance. Мы запускаем Performance тест. Он нам выдает результат. Здесь появляется такой блочок LCP, мы на него кликаем. И здесь внизу мы можем видеть related node, то есть тот node-элемент, дом-элемент, который является этим LCP-элементом. И мы опять же убеждаемся, что это картинка. Поняв это, мы пробуем это перезагрузить. Как это можно сделать? Можно использовать HTML tag, link, либо же HTTP-хедер в ответе сервера. При добавлении HTML тега мы добавляем тег link в HTML нашу страницу, указываем, что мы хотим предзагрузить, то есть rel preload, указываем ссылку на наш контент, то есть в данном случае это наша картинка, и говорим, как трактовать этот ресурс, так как предзагружать можно очень много ресурсов, то есть картинки, шрифты, опять же, видео, то есть мы говорим, что это image. Вот. В случае с HTTP хедером примерно та же история, только header link, ссылка на контент, real preload и as image, то есть как картинка. Следующий шаг, который тоже может положительно повлиять на отрисовку наибольшего контента, это убрать loading lazy, то есть это нативная подгрузка, нативная реализация ленивой подгрузки для картинок. Это стоит делать, если они являются LCP-элементом, стоит убрать, так как в этом loading lazy нет никакого смысла.
стоит отказаться от него для этих элементов. И уже этих двух действий, в принципе, достаточно, чтобы улучшить показатели метрики LCP. То есть здесь вот приведен результаты теста Flathouse до и после. И мы видим, что примерно там, на 800 миллисекунд мы ускорили отображение нашего основного элемента за счет того, что он начал отрисовываться раньше, и браузер не тратил там время, чтобы понять, там ленивая подгрузка, не ленивая. Вот. Идем дальше. Попробовали предзагрузить. Отлично. Довольно больная, думаю, для многих тема — это third-party скриптов, так как эти скрипты, они довольно неконтролируемы и зачастую не сильно оптимизированы. Поэтому единственное, наверное, на что мы можем влиять, это то, на то, когда мы запросим эти ресурсы. Для этого можно использовать атрибуты async и defer для этих скриптов, а также, если у вас есть какие-то скрипты по типу виджетов, например, которые не нужно грузить первым, ну, самого раннего, можно чуть подождать и загрузить их попозже, то можно их грузить после load события. Если говорить про async defer, то есть это такой атрибут. В случае с defer он говорит, что этот скрипт нужно начать загружать после того, как документ загружен и обработан. То есть когда HTML-документ уже полностью загрузился и обработался, после этого только стартует загрузка скриптов с атрибутом defer. То есть мы просто говорим скрипт, defer и ссылка на наш скрипт. Также, если у нас несколько скриптов с defer, то они будут выполняться последовательно, то есть порядок сохраняется. Другой альтернативный способ использовать async тут, можно сказать, что он такой сильный, независимый, сам по себе, то есть он никого не ждет, при этом ну, совершенно неконтролируем, то есть он может начать загружать скрипт, браузер может начать загружать такой скрипт, как до того, как документ загружен и обработан, если документ сильно большой, а скрипт, наоборот, маленький, либо же после. Поэтому его тоже стоит использовать, допустим, для аналитик, например, то есть то, что, в принципе, желательно не блокировать основной поток, но при этом тоже, если загрузится пораньше, то хорошо. Вот. То есть мы используем это для, допустим, каких-то Google Analytics, defer же для всех остальных таких скриптов, которые, ну, тоже стоит загрузить, но не прям сразу. Здесь пример того, как можно загружать скрипты после load события. То есть мы используем у Windows Add Event Listener на load события. То есть, напомню, load события, оно триггерится, инициируется тогда, когда документ полностью обработан, загружен и обработан, и при этом были загружены все относящиеся к нему ресурсы, допустим, картинки или CSS какие-то файлы, то есть то, что у вас есть в теле вашего HTML-документа, оно уже загружено. Тогда триггерится событие load. Вот. И мы используем также такую возможность браузера, как request idle callback. Она поддерживается не везде, поэтому мы проверяем, есть ли он в Windows. И если есть, то инициализируем скрипт вот в момент того, когда браузер простаивает, основной поток браузера. Если это не поддерживается, то просто напрямую вызываем инициализацию этого скрипта, добавление его в документ. И уже на этом этапе мы можем получить, как бы, да, отложить все эти скрипты, и наш HTML-документ быстрее обработается, быстрее нарисуется. Следующая история тоже, она подвязана, в принципе, с любыми third-party ресурсами. Это домены, то есть для того, чтобы получить какие-то данные, там, JS, CSS, картинки, если она находится на другом домене, то к нему нужно подключиться. И мы можем попробовать сэкономить это время, опять же, сказав браузеру, что у нас есть ряд там ресурсов, которые мы точно запросим по таким-то доменам, и, пожалуйста, попробуй подключиться к ним пораньше. Для этого можно использовать либо Preconnect, либо DNS Prefetch. Preconnect стоит использовать для наиболее важных ресурсов, которые точно будут запрошены, то есть у нас есть гарантия 100%. Что делает браузер, когда он видит такое? Он, опять же, делает DNS lookup этого домена, пытается к нему подключиться и сделать TCP handshake, и если мы по HTTPS, то SSL handshake. В случае, если мы не знаем, будет подключаться домен или не будет, то есть ну, мы не можем контролировать это, то мы можем использовать DNS prefetch. Он делает только первую часть из этих трех, он делает только DNS lookup, и его можно использовать для таких менее важных ресурсов. Ну, то и с этими двумя настройками тоже нужно быть аккуратным, так как чем больше таких приконнектов, тем больше браузер занят, и можно, наоборот, усугубить ситуацию, поэтому от 2 до 4 будет достаточно. Но если говорить в общем и целом, то если есть такая возможность, стоит раздавать, ну, пробовать раздавать статику с основного домена, так как мы не будем тратить время на вот это вот подключение к этим доменам, к другим. И также у HTTP 2 есть такая интересная технология, как сервер push. Она позволяет, скажем так, подпушивать ресурсы какие-то с сервера в браузер до того, как он их запросит.
Здесь тоже по ссылочке можно посмотреть, как это можно реализовать. То есть это стоит использовать для наиболее важных ресурсов, тоже ограничить их количество. Зачастую это стоит использовать только для CSS, то есть для CSS-файлов, либо иногда еще для JavaScript. В нашем случае мы используем и CSS, и JavaScript. И то есть здесь мы уже, как бы, делая все эти оптимизации, можем вот улучшить результаты по LCP-метрике. Идем дальше, поговорим про CLS. Одна из таких болей — это прыгающие картинки, то есть когда мы загружаем какую-то картинку, но мы не знаем, какого она размера, и мы не резервируем место под нее, и, соответственно, клиент сначала ничего не видит, а потом видит резко выпрыгнувшую картинку. Это не очень приятно, не очень красиво, поэтому как от этого избавиться? Можно использовать теги, атрибуты вид и height для картинок, если мы точно знаем размеры картинки. Либо же можно зарезервировать место для этой картинки с помощью CSS. То есть мы можем сказать картинке, чтобы у нее была position absolute, а у блока, в котором она находится, зарезервировать место с помощью padding block. И уже тогда метрика CLS будет показывать лучшее значение, потому что ничего не будет выпрыгивать. Также стоит использовать такой подход, как скелетоны. То есть в чем их большой плюс? Они дают предсказуемый пользовательский опыт. То есть пользователь, когда ждет, пока бэкэнд обработает какой-то запрос, он уже видит примерную структуру сайта, и как бы ничего не будет ему сильно как-то там мозолить глаза, то есть сюда резко выпрыгивает. То есть у него просто заменяется похожий контент на уже реальный. Вот. И, в принципе, этих двух историй уже, я думаю, более чем достаточно, чтобы этот показатель этой метрики улучшить. Тут дальше нужно уже смотреть, какие у вас есть блоки. Если у вас есть какие-то рекламные баннера, то стараться резервировать место под них и, то есть, так далее. Поговорим немножечко про JavaScript и длинные задачи. Напомню, что длинные задачи — это те, которые выполняются больше 50 миллисекунд, и нужно стараться от них избавляться, так как это сильно занимает основной поток браузера. И также стоит, ну, как бы, стараться убирать неиспользуемый JavaScript и вообще стараться грузить как можно меньше ресурсов, опять же, в браузер, чтобы браузеру было проще все обработать. Как можно этого добиться? Можно использовать такую вещь, такой подход, как код сплитинг. То есть мы разбиваем наш код на отдельные чанки. Если вы используете React, можно использовать React Lazy. Если какой-то общий подход, то можно использовать библиотеку Loadable. Также в чем плюс библиотеки Loadable, что она поддерживает сервер-сайт рендеринг. Мы, допустим, используем сервер-сайт рендеринг, поэтому мы не могли использовать React Lazy, мы использовали Loadable. Вот. То есть таким образом, какие могут быть use cases, мы можем разбивать наш бандл по роутингу, если у вас много страниц, чтобы, заходя на одну, не грузить JavaScript-код, который относится к другим страницам, мы разбиваем каждую страницу на отдельный чанк. И таким образом браузер не грузит ничего лишнего. Вот. Также можно использовать это в кейсе динамических каких-то блоков. Это особо актуально для нас, для сайтов компании, так как сайты могут, ну, компании могут себе конфигурировать разные отображения на сайте. То есть и у нас есть много блоков под разными условиями, показывать этот блок или не показывать. И в таком случае мы тоже можем комбинировать какие-то блоки, вносить их в отдельные чанки и грузить их только по надобности, то есть только на определенные сайты в определенных случаях. Также можно пробовать искать неиспользуемый код с помощью такой вещи, как код coverage. Это такая фича, которая доступна в Google Chrome. Можно открыть ее с помощью hotkey, либо же перейти через настройки. И она позволяет анализировать CSS и JS, которые грузятся на сайт, и понимать, что из этого использовал браузер для отрисовки и для загрузки страницы, а что нет. То есть мы заходим, как бы, в этот код coverage, запускаем, он перезагружает страницу и вываливает нам список всех JS-файлов и CSS. И даже четко по каждой строчке может сказать, была она использована или нет. И дает представление нам в байтах, что было использовано, что нет. И тоже вот советую использовать этот инструмент для того, чтобы находить эти неиспользуемые JavaScript-ы, вносить их в отдельные чанки, либо вообще выпиливать, если оно вам не нужно. Подрезюмировав, то есть мы попробовали улучшить LCP, попробовали улучшить CLS и Total Blocking Time. В принципе, это такие базовые советы, как можно улучшить показатели этих метрик и уже, как бы, иметь лучший результат. В принципе, хорошо. Давайте теперь попробуем поговорить про автоматизацию прогонов тестов. Можно подумать, зачем надо. То есть сделали пару тестов, как бы сделали определенные оптимизации, проверили, стало лучше, все, отлично, можно об этом не париться. Но, к сожалению, нет.
Здесь приведен такой пример, скриншот, как менялся показатель перформанса, performance score для страницы товара за год на наших сайтах. И вот можно видеть, что где-то он становится лучше, потом, ну, как бы мы активно делаем какие-то фичи, либо рефакторим что-то, мы случайно либо ломаем что-то, либо, наоборот, делаем какую-то фичу, которая сильно, ну, очень плохо влияет на наш перформанс, наша оценка падает там 50 практически в два раза, и если у нас не настроен мониторинг, то мы этого не видим сразу, то есть, и, соответственно, не можем понять, все ли хорошо. Поэтому стоит регулярно следить за этим. Как это сделать? Можно использовать специальные инструменты для этого. Я для примера использую, мы у себя используем инструмент под названием SpeedCurve. Это такой внешний ресурс, сейчас я подробнее о нем расскажу. Также мы стараемся трекать данные пользователей с реальных устройств с помощью библиотеки Web Vitals и строить и отправлять эти данные в Google Аналитику, и дальше уже строить дашборды в Data Studio и Web Vitals Report, тоже дальше расскажу. И использую данные, которые собирает сам Google, это Crux Dashboard и немножечко Search Console есть данных этих. Все сейчас быстренько покажу. Если говорить про SpeedCurve, что он позволяет делать? Он позволяет настраивать автоматические прогоны тестов, то есть с той регулярностью, которая вам нужна. В нем мы можем получить комбинированные данные Lighthouse и WebPageTest'а. WebPageTest — это тоже такой сторонний ресурс, который, опять же, по типу Lighthouse'а собирает данные о производителе, но при этом он может разбивать конкретно по, там, по запросам, что мы запрашиваем, в каком количестве, и все такое тоже очень интересно. Также вы можете настраивать перформанс-бюджет для вашего сайта, для вашего проекта, и если вы выходите за этот бюджет, то он вам сигнализирует об этом. Из прикольных фичей можно сравнивать разные версии приложения, то есть, допустим, вы деплоитесь, сделали новый прогон, сравнили предыдущую версию с текущей. Также можно сравнивать конкурентов, это, допустим, особо актуально для нас в сфере e-commerce, то есть мы можем сравнивать себя там пром, опять же, с теми же сайтами компании, с AllX, с Розеткой и другими конкурентами, скажем так. Можно тоже собирать данные реально с устройств пользователей с помощью Live User Experience, это такой там определенные скрипты, которые, опять же, собирают эти данные. Из таких не фичей, но как бы фактом, он платный, но предоставляет один месяц бесплатно, и также можно очень динамично настраивать эту ценовую политику, все зависит от того, как часто вы хотите собирать данные, то есть там буквально от $10 до сотен. Как интегрироваться? Здесь очень просто. Мы просто добавляем проект. Если мы хотим сравнивать себя с конкурентами, то проекты конкурентов. Мы добавляем ссылки для тестов. В нашем случае мы разбили на три основные страницы. Главная страница, страница товара и листинг товаров. И просто выбираем регулярность прогонов тестов. Какие устройства мы хотим, чтобы были задействованы. То есть только мобилка, мобилка плюс десктоп. Можно любой юзер-агент подставлять. И можно выбирать время, когда тест будет прогоняться или тесты. То есть как мы захотим. Опять же, все это влияет на ценовую политику. Устройства не влияют. И что мы можем получить? Здесь мы можем увидеть такие графики, которые представляют SpeedCurve для сравнения, допустим, Lighthouse Performance Score с другими сайтами, с нашими конкурентами. Также можно сравнивать, допустим, сколько контента мы грузим, то есть в количестве килобайт-байт. Многое другое, здесь это только так, пару скриншотов сравнения с конкурентами. Можно сравнивать свои же страницы между собой, то есть, допустим, страницу товара с листингом, с главной, что где лучше, чтобы, допустим, как-то синхронизировать это все. И здесь такой кусочек, скриншот результата сравнения разных билдов, то есть одной версии с другой по разным метрикам. То есть это, опять же, для примера только 5 метрик. И конкретно смотреть каждый тест. Дальше там SpeedCurve дает ссылки на Lighthouse, на WebPageTest. То есть очень детально можно рассмотреть. Мы пользуемся регулярно, нам очень нравится. Также мы используем такую вещь, как SpeedCurve API. То есть это REST API, который позволяет получать результаты тестов в JSON формате. Мы с помощью этого такой формируем дайджест ежедневный, который постится в Slack по основным страницам, как эти результаты перформанса, допустим, влияли, менялись неделя к неделе, и какой средний показатель за неделю. И также строим такие графички тоже там для менеджеров, чтобы тоже показывать, чтобы они были в курсе событий и не давать доступ каждому в SpeedCurve. Здесь поговорили, дальше хотим, ну, то есть мы, очень важно получать реальные данные пользователей, потому что картинка лабораторных данных может быть одна, а на самом деле все может быть либо хуже, либо лучше. Чтобы это понимать, есть два способа. Можно трекать самому, либо брать у Гугла. Чтобы трекать самому, можно использовать библиотеку Web Vitals. То есть здесь такой небольшой пример кода, как мы используем это у себя. То есть мы импортируем методы из библиотеки Web Vitals по получению показателей этих метрик.
И также импортируем нашу библиотеку, которая позволяет отправлять данные в аналитику. Пишем функцию, которая используется в качестве callback для методов библиотеки. Прокидываем этот callback туда, и в результате там страница загрузилась, пользователь нажал, допустим, тапнул на странице, если это мобильная версия, десктоп нажал что-то, то непосредственно перед переходом эти данные отправляются. То есть не сразу, но после кого-то взаимодействия обычно. Очень важно, если вы отправляете это в Google Аналитику, то отправляйте это как неинтерактивное событие, так как загрузка страницы не является какой-то интерактивностью, и если вы случайно отправите как интерактивное, то это может повлиять на показатель отказов на вашем сайте, что не сильно хорошо, то есть нужно отправить как неинтерактивное. Дальше, отправив это в Google Аналитику, мы можем в нашем случае мы построили Data Studio Dashboard, то есть дашборд на основе данных Google Аналитики, где вывели показатели этих метрик. И благодаря тому, что мы отправляем в Google Аналитику еще много других данных, мы можем фильтровать результаты этих метрик по группе каналов, допустим, сравнивать показатели по платному трафику, по там, органическому трафику или по директ трафику, в зависимости от того, что нас интересует. Сравнивать между разными устройствами, мобилка плюс десктоп. Опять же, фильтровать и сравнивать разные типы страниц и многое другое. То есть все зависит от того, что вы отправляете в Google Аналитику. Также можно использовать инструмент Web Vitals Report. Это инструмент от компании Google. Вы туда как бы авторизируетесь с помощью аккаунта, который привязан к Google Аналитике. И дальше он позволяет сравнивать вам разные сегменты пользователей. То есть дефолтные сегменты, допустим, десктопный трафик с мобильным, новые пользователи с теми, которые вернулись на ваш сайт, сессии пользователей, которые сразу же ушли с вашего сайта, то есть bounced sessions, или те, которые продолжили, сделали, там, перешли на еще одну страницу. Либо, допустим, пользователи, которые совершают конверсионные действия и не совершают, либо какие-то можно настраивать кастомные сегменты. То есть и на основе этого можно делать выводы, допустим, что вот здесь сверху, что в показатель LCP для тех, кто совершает конверсионные действия, то он лучше. Соответственно, можно сделать вывод, что чем лучше показатель, тем больше вероятность того, что пользователь совершит это действие, какое-то конверсионное. В нашем случае это, допустим, кнопка «Купить», там «Перезвонить», что-то такое, то есть взаимодействие с продавцом или оформление заказа непосредственно. Если брать у Гугла, есть два способа. Это Chrome UX Report и Search Console. Chrome UX Report — это те данные, которые Chrome собирает сам. Доступен в виде, опять же, Data Studio дашборда. Вы туда как бы по ссылочке можете перейти, вписывайте свой домен, и уже есть предсозданный, так скажем, source Data Studio, он создает вам дашбордик и подтягивает все данные за весь период существования вашего сайта. Можно делать разбивку по месяцам и по устройству. И здесь очень много метрик, можно сравнивать между собой. Также доступен в виде BigQuery, то есть можно переходить и уже более детальные запросы делать, фильтровать по странам, допустим, либо по каким-то еще моментам. И доступен в виде REST API, но он очень скромный, то есть вы генерируете API-ключик для своего домена и можете получать данные за последний месяц. Также в этом дашборде, в Data Studio, данные обновляются каждый месяц. И Search Console, здесь, в принципе, все просто. Этот инструмент вообще используется SEO-специалистами для того, чтобы понимать, там, какие страницы находятся в индексе, какие нет, какие есть проблемы с точки зрения SEO. Также добавлен здесь такой раздел, как «Основные интернет-показатели», то есть где мы можем смотреть, опять же, разные отчеты мобильной и десктопной версии и смотреть уже конкретно по страницам, сколько удовлетворяют этим ключевым показателям ключевых метрик, проговым значением ключевых метрик, а сколько не удовлетворяют. И смотреть уже, он нам дальше ведет вас на PageSpeed Insights и прогоняет вам тесты. И напоследок хочу порекомендовать вам, можно много ссылочек порекомендовать, но я вам рекомендую такой портал, как WebDev. Там есть отдельный раздел Learn Web Vitals, в котором описаны вся вообще информация о том про метрики, как их измерять, какие есть инструменты и советы по их оптимизации. Ну и такое напутствие, просто делайте это, перформанс это очень важно, это то, как ваши клиенты пользуются вашим сайтом. У меня все, всем спасибо большое за внимание, буду рад ответить на вопросы, если еще есть на них время, если вообще есть вопросы. Дякуємо, Ерік. Поки наші слухачі пишуть питання, у мене питання від мене. Я наскільки зрозумів, більшість ваших взяття метрик, да, тобто більшість випадків ви моніторите свій сайт уже на продакшені. Я правильно розумію, чи це QA environment? Да, в основному це все на продакшені на текущий момент. Окей.
Чи була у вас необхідність вносити тестування перформанса як частину CI/CD, наприклад, щоб заблокувати реліз? Допустимо, хтось зробив щось таке, що зменшило перформанс нижче відмітки там 50 пунктів, і ви заблокуєте реліз через це? Ну вот у нас был случай, когда мы случайно при рефакторинге сломали оптимизацию при загрузке основного изображения, перформанс сильно упал, и после этого возникла идея попробовать как-то это автоматизировать, чтобы трекать это на этапе разработки. И для этого есть на самом деле хорошее решение, это Lighthouse CI, то есть вы можете интегрировать в свои пайплайны прогон Lighthouse тестов, допустим, либо на каждый коммит, либо там на Merge Master, как вы пожелаете, и отправлять эти данные вот в Lighthouse сервер, Lighthouse CI сервер, и там смотреть уже результаты, какие, ну, то есть, что повлияло на оценку, анализировать свой коммит. Мы это потестили и сделали для продакшена пока что только. То есть мы, опять же, вот каждый релиз мы прогоняем этот Lighthouse CI и отправляем эти результаты. Но для dev инфраструктуры еще не пробовали, но хотели такое сделать. Там просто есть нюансы сборкой приложения. Нужно тоже, если, допустим, у вас есть статика, то ее нужно сжимать, чтобы показатели были лучше, потому что если у вас не сжатая статика, то показатели будут занижены. Но да, идеи такие были, хотим попробовать, но еще просто не добрались. Потому что вот есть кейсы, когда какой-то коммит, даже небольшой, может сильно сломать какую-то оптимизацию.